Всем привет, ребят, с вами Джилав, я сегодня также гуляю, только уже днем. Пройдемся сейчас по нескольким улицам, сходим на подвесной мост, поснимаем и поделюсь с вами своими разными мыслями по поводу отношений, на тему отношений, ну и вообще обо всем. Так, надо сейчас перейти переход. Так, и чуть-чуть приблизить к себе камеру, потому что то я кого-нибудь задену так. Кстати, сейчас я скажу, на какой я улице. Камергерский переулок, если не ошибаюсь. Да, кажется, так назывался. Что я уже забыл. Художники здесь, в общем, сидят, самокаты на прокат, и музыка играет. Здесь народу. Ты уже в такси? Так. Как бы нам далеко не уйти куда-нибудь, то потом придется возвращаться. Ладно, там свернем. В общем, сегодня погода прям замечательная, классная. Тепло, хорошо. Несмотря на то, что обещали дожди, дождей нет. Кстати, покажу вам прикольные здания. Ага. Хотел понтануться, да не вышло. Видали? Обычно делают такие архитектуры, там взрослые как бы дядьки подпирают, а тут дети подпирают здание. Очень необычно, да. Так, а у нас эти музыканты что-то не играют. Там же лучше. Подготавливаются. Мужчина должен быть на тело.
Так, ну ладно. Я сворачиваю направо, потому что туда вдаль мне не хочется уходить. Вот. Так, а нет. Нет. Мы пойдем дальше, а потом по Новокузнецкой. Если не ошибаюсь. Мы вернемся через Красную площадь и на Подвесной мост. Ламборджини, ребят. Кому нравятся тачки. И сверху. Ну, селфи с казаком можно сделать, ребят. Сейчас вам покажу. Вот он, дядька. А знаете, почему я все не снимаю? Потому что я просто гуляю. Вот. Я заметил, что когда ходишь, стараешься все тщательно заснять, все показать, ну, вообще, что происходит, то все смотришь через камеру. Вот. А так, когда сам смотришь глазами, намного интереснее. Ну и вам будет повод прийти погулять. Фанаты инструментальной музыки собрались. Кстати, смотрела цены на самокаты. 350 рублей, кажется, сейчас. Я лучше пешком пройду. Нет, дождь будет. Я смотрю на небо. Дождь будет, скорее всего. Да, я заметил, ребят. Прошел. Да, рыбка прикольная.
много певцов на улице. Ну, это слишком грустная песня. Селфи с коровой сделаем. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, пробить метеоритами простор. Обратно риском может вас космическая музыка. Бывает деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит от матери, а сын грустит от матери, за сына мать, а сына реет земля. И сердце нам не рука космодрома. Мелочи нет у меня. Ну да, они, в принципе, как бы этим и зарабатывают, мелочь, деньги им давали. А то я как бы заснял, а не отблагодарил. Ну, бывает такое. Все, и сейчас мы сразу на... Я все путаю. Новокузнецкая или как? Как-то по-другому она называется. Ново... На Эну вообще. Блин, забыл. Я там снимал много раз уже видео. Вид сверху, ребят. Кстати, а давайте проверим мою камеру. Мою, точнее, максимальную длину. Насколько можно отдалить. Да я могу вообще снимать. Могу снимать вообще. Так, что я не перехожу, да? Никого нету. Все, ясно, я понял, где нам еще надо. О, это тоже какая-то туса. А, это в ресторане, я понял. Или что это? А, блин, это не ресторан, это центральный детский магазин. О, тут вид прикольный, надо снять. Колечко, колечко. Кадр хороший будет. А, автобус. Ну ладно. Я не могу взять.
Ничего я вам не рассказываю, ребят, но сейчас просто любопытно пройтись, посмотреть на все. Хоть я и был здесь не раз, все равно интересно. Во втором видео буду рассказывать вам свои мысли про отношения. Вот. Никольская, точно, я говорю, Новокузнецкая. Оцениваем, ребят. Сейчас я высоко подниму, посмотрите. Так, вам. Моя селфи-палка, самая длинная селфи-палка на свете. Ну, в целом, тут рестораны вокруг, магазинчики. Очень красиво, сейчас покажу. Гляньте, как красиво. То есть манекен, такой как платье из перьев внизу и цветы. Круто. Слишком близко, наверное, да? Надо чуть-чуть отдалить. А, театр. Я думаю, над чем фотографируется там театр. О. Там какой-то повар палкой машет так активно. Как это. Как мастер кунг-фу. Не, я вот не понимаю, зачем грустной музыке играть? А здесь побольше людей, намного больше. Если так посмотреть. По сравнению с Камергерским переулком, здесь на Никольской очень много людей. Ну, как бы это уже на Красную площадь выходит. Поэтому, если так вот глянуть, здесь прям... Сейчас еще раз покажу, ребят. Вот.
Прям народу полно. Интересно, я не засек, насколько начал снимать. Мы можем ускориться просто. Я просто, если, допустим, видео будет больше 45 минут, то оно на две части автоматически разделится. А мне этого не надо. Монтировать потом не хочу. Ну, еще прикольно. Кстати, удивительно, я не увидел ни одного аниматора. Видать, блогеры, которые занимаются фотозапретами, прекратили их деятельность на этой улице. Но есть аниматоры нормальные, а есть аниматоры наглые. Вот. Которые подходят, фоткаются с тобой, а потом деньги вымогают. Вот. И заранее не говорят, что услуга платная. Но они в основном девчонок прессуют. Как бы давят на них. Вот. Представляете, за фотографию отдать 1000 рублей. Ужас. Да. Ну, как бы молодцы эти блогеры, которые фотозапретом занимаются. Ну, снимают всех, кто нарушает какие-то права. Вот. И как бы добиваются справедливости. Сувениры. Буду рад тебя принять семье. Я просто обхожу, чтобы камера никого не задеть. Или надо просто поближе штатив к себе выдвигать. Так надо держать, точно. Ну все, сейчас выйдем на площадь. Вот. О, что тут милиция стоит, непонятно. Что за ограждение? Что, никак не пройти, что ли? Я не в курсе, ребят. Ладно. Пойдем в обход. На Красную площадь перегорожена. Какой-то, видать... Так, а какое сегодня число? Сегодня... Ой. 12 июня, по идее. Что за праздник 12 июня? Или они к чему-то подготавливаются? Ну, нам, в принципе, Красная площадь не нужна, но сейчас осталось ходить на подвесной мост, там поснимаем чуть, походим. Там мне нравится гулять ночью. Вот. Ночью там красиво. Вот. Ладно, поснимаем впереди себя.
Просто машина. Блин, а длинный этот, как он, магазин. А вот Lamborghini интересно, давно нет. Ну, я как бы периодически вижу, когда гуляю, но все-таки прикольно. Она вот по сравнению с Porsche очень низко смотрится. Она сама там давай мне тереться. Прикольно. Машины красивые, ребят, а девушки еще красивее. И здесь их очень много. А, ну вот мы почти вышли на финишную прямую. Обрезаем. Обрезаем, обгоняем. Ну, хотя бы здесь проход не перекрыли. Ну, что-то сегодня будет, наверное, на Красной площади. Судя по наличию большого количества полиции. А, все ясно стало. Что за праздник? Благо, человек сказал. Мимо проходящий день России, ребят, сегодня. Это как вариант, знаешь, если мы поедем, когда пускай стоят. Марин, мы только что стоим. Нет, видите? Мы только с дивана встали. Здесь гораздо больше людей. А то, что странно. А,
все ясно, ребят. Концерт будет. Вон, видите, сделали эту площадку для зрителей. Концерт планируется. Надо обгонять. Оп, обогнали. Обогнали еще раз. Сплошные заборы. Да, при таком количестве народа регулировщик обязательно. Ну, круто здесь. Столько отдыхающих. Это я хочу мост заснять. Так, ну все. Сейчас пройдем по моему любимому маршруту. Вот. Как. И куда-нибудь двинем дальше. Я думаю пойти вдоль набережной потом. Вот. И, собственно, у меня есть много мыслей, с которыми хочется с вами поделиться, ребят. Люди уже на лавочках спят. Кто-то уже нагулялся. Офигеть, самокатов. Там, блин, в три ряда этих самокатов стоит. Видать, прибыльное дело. Столько самокатов пригнали. Кстати, вот здесь это подземный какой-то там музей выставочный. Ну, я так краем глаза видел по интернету. Особо не впечатлило, но я думаю, кому любопытно, есть что посмотреть.
Ага. Что-то тут нельзя делать. То ли распивать, то ли еще что-то. Охрана ходит. Ой, ребят, роботы. Робот, хотите заценить? Закажите кто-нибудь кофе. Ладно. Идем дальше. Что там? Там робот, который готовит кофе. Так, ну да, еще дальше. Вот у меня рука устала перед собой держать, надо выдвинуть. Давай я штатив. На лодке тебе позвоню. Вот так, ребят, в принципе, я хожу. Когда ночью, такой у меня маршрут прогулки, я иду по этому краю, потом ухожу на подвесной мост, там немножко постою, посмотрю, потом иду в обратную сторону. Шипуник! Крым! Мы в Крыму! Надо сделать обгон. Обгон совершили. О, блин, аж жарко стало. Сейчас буду искупаться. Кстати, я сегодня плавал в бассейне. Надо еще куда-нибудь сходить. В общем, поснимаем вниз, ребят. Красивые девчонки. Прудики. Интересно, сколько сегодня градусов? А. Все, все ясно. Идем дальше. Вот смотрите, плохо. Едь, ребят, смотрите, сколько там народу. А прикиньте, если он обвалится. Шучу, конечно. Очень много людей. Так, нам туда. Кстати, вот это вот сейчас пруд, который вы видите, ребят, здесь. Ночью он тоже там подсвечивается. Так, камеру соберем. Сейчас я тут своей палкой кого-нибудь могу зацепить. До свидания. До новых волнующих встреч. Это лавочка. Кстати, а если я пойду вдоль набережной, то я пойду против солнца. Слепить будет немножко. Не понимаю прикол вот этих вот стеклянных штук. А, ну это там внизу под землей же этот. Растения там растут различные. В определенных, так сказать, комнатах. И чтобы светка хоть какой-то поступал через эти стеклянные полупрозрачные штуки, сделали такие отверстия.
будет зарядье. Очередь заморожена. Все, ребят, дошли мы до подвесного моста. Вот, если у нас еще 45 минут не прошло, значит камера первую часть видео будет снимать. Ну а если она уже закончилась, то вы это в этот момент уже не увидите. Вот. Но сюда надо приходить именно ночью. Да не, мне даже не кайф. Сейчас тут пройдемся по кругу. И все. Там это идти, там это пробка будет. А вы пальчик собираете? Даже бонусы решить. Встречная. Вот так, ребят. Туда я не пойду, сами можете прийти посмотреть. Ну вот, в общем. Я спускаюсь на низ. Они прям все в ужасах. А почему с 13? Так. 13. Такая вот, ребята, у нас прогулочка была. Конечно, надо уже одевать шорты. Что-то уже жарко. А, еще вон там и бывает... Когда нахожусь под этой навесной штукой, я там иногда сижу, отдыхаю. Вот. Но если тут конечный маршрут, то там как бы удобно сидеть. А вон там площадка, ребят, для танцев. Иногда там тоже отплясывают всякие тиктокеры, ну или просто что-то снимают. Ну вы поняли, почему я не пошел туда, да, ребят? Видите, сколько народа там, это жесть. Так. Ну все, всем пока, увидимся сейчас в следующем видео. Вот. Кому интересно, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. У меня осталось чуть-чуть до 1000 подписчиков. Вот. И может быть что-то изменится. Может быть сам YouTube начнет мои видео рекламировать. Так, все, всем пока, ребята.